бізді жыр байрамен, шенки жыр ұл татар халқының ин талантлы, ин таралган, ин хөрмәтле жан жемеші. Жыр яратан кеше матурлықыны ярата. Ул нешке күңелі, мәрхәмәтле була. Әнешке күңелі, матурлықыны яратан кеше бір қайшанда нашарлы кешілеме. Ул кешілеріні ярата. Әді әнесен хөрмәтлі. Туған ауылын, туған түбәгін ярата. Ши жерлерді де яшагенде, туған яғын сағынып яши. Кешілерге егердім шет, мәрхәмәтлі була. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и участники 12-го республиканского фестиваля татарской песни «Авалонтовышлары». Сегодня у нас праздник, праздник татарской песни. Популяризация и приумножение лучших образцов современной татарской песни, основанных на музыкальных фольклоре татарского народа и национальных песенных традиций, является главной целью конкурса, организаторами которого являются Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Республиканский дом народного творчества, администрация Лямбердского муниципального района, общественная организация региональная, национально-культурная автономия татар Республики Мордовия Якташлар, при финансовой поддержке КПХ «Юлдаш», руководитель Рафик Аясович Петкулов. Нам отрадно, что география конкурса с каждым годом расширяется. В нашем фестивале приняли участие самодеятельные артисты из 16 районов Республики Мордовия. После проведения отборочных этапов для участия в гала-концерте лауреата фестиваля конкурса мы приветствуем и приглашаем на сцену артистов из Ардатовского муниципального района. Кадрошкинского района. Ковылкинского района. Участников республиканского конкурса фестиваля татарской песни «Авалонтовышлары»
собравшего сегодня множество самодеятельных артистов, продолжателей и ценителей духовного наследия татарского народа. По замыслу организаторов, представленная здесь палитра красочного многоцветия традиционной татарской культуры будет способствовать осознанию того, что культура сближает наши народы, помогает сохранять и развивать национальные песенные традиции, сохранять родной язык. Ведь сохраняя традиции, самобытность народа и его духовно-нравственные ценности, мы трепетнее относимся к своей родине, повышается наше гражданское самосознание и духовная общность людей. Глубоко символично, что сегодняшнее мероприятие проходит на многонациональной Лямберской земле, и я надеюсь, что оно станет праздником дружбы. Конечно, в конкурсе всегда есть лучшие призеры, лауреаты, но на самом деле победителем конкурса стали все участники. Мне бы очень хотелось, чтобы доброта, любовь к своей национальной культуре, песне, танцу, костюму, интеграция культур сохранились и остались в ваших сердцах. Так уж на Руси повелось, что люди с песней радуются, под песню печалятся. И отрадно, что в наше время есть артисты, умеющие дарить радость и хорошее настроение. Именно такие люди собрались сегодня на этой сцене. Благодаря таким творческим конкурсам мы больше узнаем друг о друге, а главное о себе. Ведь узнать культуру, национальные традиции народа, с которым живешь рядом, это великое действо, знак понимания и уважения народов друг к другу. В совместном творчестве люди раскрываются. Раскрывают свои лучшие человеческие качества, доброту, стремление к созиданию, щедрость души. Убежден, что проведение таких фестивалей будет способствовать развитию творческих контактов, рождению ярких и интересных идей, укреплению искренней дружбы и взаимопонимания между народами. Чем глубже в нашу жизнь, а прежде всего в сознание сердца нашей молодежи, проникает музыка, не признающая никаких преград, тем более мощной и непобедимой становится сила, которая сближает людей, призывает их к добру, дружбе и сотрудничеству. Дорогие друзья, когда с нами наши исторические традиции, когда с нами наша национальная культура, мы тверже стоим на своей земле, лучше трудимся, увереннее смотрим в завтрашний день. От всей души желаю участникам фестиваля вдохновения и творческих открытий, а гостям этого праздника искусства ярких впечатлений. Спасибо. Слово предоставляется главе Лямберского муниципального района Юрию Ивановичу Голову. Участников фестиваля конкурса в первую очередь. Это праздник становится явью. Также хотел сказать то, что этот праздник, он зародился здесь, на этой сцене в 2009 году. Прошло много времени, мы возвратились обратно в этот же зал, на эту сцену, но в то время он был просто районный, как бы открытый районный фестиваль-конкурс. Сейчас, и в то время участвовало всего лишь 4 района, сегодня, как вы все слышали, уже 16 районов. И он перерос в республиканский фестиваль-конкурс. Мы всегда рады встречать гостей на нашей Лямберской земле. И то, что вот сегодня происходит, фестиваль национально-татарской песни, это дань традиции, сохранение традиции, сохранение песни, сохранение фольклора. И в этот прекрасный день хотел бы желать вам на самом деле праздника. Праздника отдыха, праздника песни, хорошего проведения времени. Всех вас с праздником! Наш конкурс проводится в 3 этапа. По 2 номинациям. Первый – народный вокал, и второй – эстрадный вокал. Участники делятся на 3 возрастные категории. От 12 до 18 лет, от 19 до 35 лет, от 36 лет и старше. Первый тур районный, городской, он уже прошел на местах. Второй тур отборочный проводился по видеоматериалам, предоставленным участниками. И сегодня у нас проходит третий заключительный тур, гала-концерт с участием лауреатов. Лучших из лучших республиканского фестиваля-конкурса татарской песни «Аулам Тавышлары». Над результатами конкурса работало профессиональное жюри.
Председатель жюри «Кормистер» Народного ансамбля песни и танца «Умырзая», Малокультурно-спортивный центр «Алмаз», заслуженный работник культуры Республики Мордовия Казакова Гюзель Наимовна. Преподаватель по классу вокал Лямбетской детской школы искусств, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Громова Мария Семеновна. Начальник отдела культуры, национальной политики и туризма администрации Кадошкинского муниципального района Балаева Елена Николаевна. Художественный руководитель структурного подразделения Рамадановский поселковый дом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры Рамадановский РДК. Заслуженный работник культуры Республики Мордовия Явкин Геннадий Петрович. Ведущий методист по музыкальным жанрам Государственного бюджетного учреждения культуры Республиканский дом народного творчества Кадайкина Елизавета Ефимовна. Мы просим всех участников пройти за кулисы для подготовки к выступлению. Вас приветствует обладатель гран-при 11-го республиканского фестиваля конкурса «Авалонтовы шлары» Артем Костюк. Me.
Мама,
Нарбекова, Ляпирский район, Ляпирская детская школа искусств. Кадошкинский район, село Латышовка. Amen.
Беркова, Лямберский район, Лямберская детская школа искусств. Кобылкинский район, село Старое Алагулово. Thank you.
Лямбере. Чамзинский район, поселок Чамзинка. Мы
Для вас поет Немат Алимов, Лемберский район, село Аксеново. Я пам, а 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 я п
исполнитель Нуржихан Симаева, Качкурский район, село Татарский Умыс. Ты всегда помнишь наше.
вас поет ансамбль татарской песни «Хыял», Лямберский район, село Кривозерье. Катошкинский район, село Латышовка. Yeah.
Ардатовский район, город Ардатов. Рузаевский район, село Татарское, Пишля. Курсу ларе, шуде.
Пишля. Yeah.
Yeah.
Для награждения на сцену мы приглашаем заместителя министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Сивкаева Альберта Борисовича. Мы приглашаем на сцену главу Лябинского муниципального района Юрия Ивановича Голова. Мы приглашаем руководителя КПК «Юлдаш» Радика Аясовича Фитхулова. Понравилось? Да, стал кишляр, кажется, шалай натур ерлыла. Биг, как и ты кишляр был рогат ешь. Дерез А на самом деле, вот сегодняшнее мероприятие ожидалось, да, вот хронометраж, мы знаем, сколько оно будет идти, но прошло как один миг. То есть большое количество ярких исполнителей, и те исполнители, которые уже из года в год выступают, и новые. Плюс это гала-концерт, мы с вами только в интернете сможем посмотреть полностью всех участников, кто со своими номерами выступал. Но вот хочется же, да, чтобы не заканчивалось, продолжалось, и чтобы вот на следующий год данный фестиваль открыл для нас с вами еще новые номера, новых исполнителей, новые песни. Вот. А сейчас давайте похлопаем и скажем всем участникам большое спасибо за сегодняшний. Народный вокал. Возрастная категория 12-18 лет. Награждается Лейсан Нарбекова. Лябинский район. Лябинская детская школа искусств. Первой степени в номинации «Народный вокал» возрастная категория 12-18 лет награждается Ксения Лешкова, Лябинский район, Лябинская детская школа искусств. Лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 12-18 лет награждается Азалия Шафиева, Лябинский район, Большевилковская детская школа искусств. В номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 12-18 лет лауреатом первой степени награждается Нимат Алимов, Лябинский район, село Аксенова. Обратим внимание, что Лябинский район многонациональный, да? А вот этот участник, которого мы сейчас наградили, это аксеновец, который по национальности таджик, но он поет татарские песни. Лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 19-35 лет награждается Юлия Абубекирова, Чамзинский район, поселок Чамзинка. Лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 19-35 лет награждается Алена Кашицына, Ардатовский район, город Ардатов. В номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 19-35 лет награждается Диана Багапова, Рузаевский район, село Татарская Кишля. Дипломом второй степени в номинации «Эстрадный вокал»
оперный вокал возрастной категории 19-35 лет награждается Алина Захарова, город Саранск, ДК «Заречье». Эстрадный вокал возрастной категории 19-35 лет награждается Руслан Карабанов, Дворец культуры городского округа Саранск. В номинации «Народный вокал» возрастная категория 36 лет и старше лауреатом третьей степени награждается Наиля Пугачева, Ковылкинский район, село Старое Алагулово. Лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал» возрастной категории 36 лет и старше награждается Умида Баймашева, Лямбельский район, село Лямбель. Лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал» возрастной категории 36 лет и старше награждается Наиля Янакаева, Дарвейский район, село Сургать. Вокал возрастной категории 36 лет и старше награждается Рушания Донская, Кадошкинский район, село Латышовка. Лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 36 лет и старше награждается Эркем Заликова, Лямберский район, село Пензятка. Эстрадный вокал ансамбли возрастная категория 19-35 лет награждается ансамбль татарской песни «Лейсан», Лябинский район, село Аксеново. Лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал ансамбли» возрастная категория 36 лет и старше награждается вокальный ансамбль «Самбукачлар», Рузаевский район, село Татарская Пишля. Эстрадный вокал ансамбли возрастная категория 36 лет и старше награждается фольклорный ансамбль «Чешме», Рамадановский район, село Алтары. В номинации «Эстрадный вокал ансамбли» возрастной категории 36 лет и старше награждается фольклорный ансамбль «Яткарь», Лямбельский район, село Татарская Табла.
эстрадный вокал ансамбли возрастной категории 36 лет и старше награждается ансамбль татарской песни «Дуслык», Кадошкинский район, село Большая Поляна. Ансамбль возрастная категория 36 лет и старше награждается фольклорный ансамбль «Мирас», Ляберский район, село Лябер. Возрастная категория 36 лет и старше награждается фольклорный ансамбль из Генур, Кадошкинский район, село Латышовка. Вручает глава Ляберского муниципального района Голуб Юрий Иванович. Награждается ансамбль татарской песни «Хыял», Ляберский район, село Кривозерье. Альберт Борисович сказал, на самом деле мы сегодня с вами все вместе свидетели такого прекрасного праздника, праздника татарской песни, фестиваля Аволым Тавыш-Лары. И в преддверии следующего мероприятия, которое нас ожидает самое большое, это выборы, следующий выходной. В преддверии этих выборов хотел бы пригласить всех, кто здесь есть, чтобы приняли участие в выборах, проголосовали за Единую Россию, за наших кандидатов, за главу Республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова. Потому что вот этот фестиваль, который сегодня состоялся, только благодаря именно нацпроекту «Единой России», по которому есть у нас такой прекрасный Дом культуры. Поэтому всех вас приглашаю. Еще раз спасибо за участие и еще раз всех с праздником. Дорогие друзья, с праздником вас! Аволым Тавыш-Лары, желаю вам крепкого здоровья, успехов, чтобы сегодня вы прекрасное удовольствие получили от наших артистов. Не побоюсь сказать, что они сегодня артисты. Уже 12 лет на сцене. Большой поклон вам. Большое спасибо всем. И в дальнейшем, чтобы на следующее время также встретились, также между собой, как говорится, большие овации им дали. Всех благ вам. Здоровья. Спасибо вам. Участников с наградами. Жердан мыңнан айырылмайын. Берге яшик, берге булык. Всем здоровья, творческих успехов. До свидания, до новых встреч. Мы просим всех участников остаться для общего хора.